Положим, неверной она мне не была. Ленки, ты так уже знаешь. Я уверена, что была. Небось, изменял тебе каждые 5 минут. Вряд ли каждые 5. Она не была такой пунктуальной. Ты нормально. А кто сказал, что я нормальная? И вообще, абсолютно нормальных людей не существует. А уж когда дело касается отношений, какие уж там нормы. Вот, казалось бы, мы с Элизом, когда порость, вроде бы нормальные люди. Но стоило нам сойтись вместе, как мы словно две щелочи в одной бутылке. А на бутылке этикетка. Брак. Пусть так, ну и что с того? Как что? Как что? Я не могу проводить свой медовый месяц, знаешь, что он рядом. А он тебя видел? Нет, он куда-то торопился. Куда? Я не знаю, пожалуйста, уедем, я прошу тебя. Я не могу понять. Как он может испортить нам наш медовый месяц? И завязывал мне шнурки на коньках. Вот ты шнурнулся прямо на... Ты так хохотал, я ужасно на тебя разозлилась. Ну что, прости. Вот она перерастала в настоящую манию. Боже. От этой мании он бы очень скоро излечился. А вот гадости говорите. Что гадости? Просто констатирую факт. Очень гадкий тон. Да просто! Смешно, а?